Че ты спрятался? Я не знаю. Не знаешь? Опять, наверное, надо. Че? Game over, да? Ну, значит, не судьба. А то бы были как в кино «Под куполом». Слушай, может, в него вход где-то снизу? Так, Серега, давай, скажи, что мы сломали систему. Мы ее победили. Ну, у меня программа есть, но мне лень. В общем... Никому не напоминает это комнату архитектора из «Матрицы»? Похоже. Похоже, да? Вот поэтому сюда и пускают только избранных, да? Слушай, классное здесь эхо, да? Ты слышишь? Такая интересная штука. Тут эхо такое стоит. Может, она на это рассчитана? Как ты думаешь? Наверное. Не, ну смотри, да, интересно. Ты нажми на это, сфотографировать еще меня. Пока я здесь. Не знаю. Ты не выходи ко мне здесь. Ну, в общем... Они уже ушли, пойдем их искать, да, хотя бы вот так. Ну, погнали. Походу, получилось прикольно. Я не знаю, мы зашли. Вошли через выход. Ну, это сломали эту матрицу. Они вычисляют своих. Ну что, давайте теперь попытаемся выйти отсюда. Сейчас мы откроем дверь, даже не коснувшись. Ты думаешь? Конечно. Вот это номер. Ладно. В чем была фишка? В чем фишка? Вот в чем фишка. Ну, я, кстати, так и думал, что эта ручка наклоняется, и за счет этого... Но там не только наш автобус. На цыпочках от гор пробираюсь чуть дыша, чтобы не спугнуть. Пенон резко изменить, много книг. Что, пойдем? А то сейчас